Сегодня мы хотим проверить, что же произойдет с обычными бытовыми приборами при скачках напряжения в сети. Для этого мы будем постепенно поднимать напряжение с помощью старых советских трансформаторов, повышая его с 220 до 380 вольт. И вы сами увидите, какой из приборов окажется более живучим и вообще насколько это опасно. Ну что, ребята, погнали! Первый тест. Для разогрева мы начнем с лампочек. Это у нас обычная лампа накаливания, классика жанра. Ну и супер современная лампа кукуруза. Мы будем брать напряжение из обычной розетки 220 вольт. С помощью этих трансформаторов я буду ступенчато поднимать напряжение и через крокодильчики выводить его на эту вот самую переноску. Я обнаружил такой интересный эффект, что почему-то рано утром, пока все спят, в розетке поднимается напряжение. И поднимается оно довольно сильно. Позже я узнал, что оказывается это нормальное явление. А теперь вопрос к вам, зрители. Зачем электрики поднимают напряжение, когда все спят? Это ж опасно. Ладно, пока вы размышляете, мы включаем. Начнем с начального уровня, 255 вольт. Включая, я буду наблюдать. Лампочки горят нормально. Вы видите, ничего не происходит. Что, подкинем еще на круге? Думаю, да. Перекидывая обмотку. Так, теперь уже будет по-настоящему злое напряжение подаваться. 292 вольта. Это уже о чем-то говорит. Давай, сейчас может быть жарко. Обалдеть, они горят. Почти 300 вольт, они горят, народ. Вырубай. Ребят, вы это видели? 300 вольт, им хоть бы шо. Ни одна лампочка даже не пикнула. Горят как так и надо. Ну погнали добавлять еще. Подкинем трансик. Так, чуть-чуть отходим, потому что стекло может разлететься. И включаем! Лампа взрывается! Обалдеть, она не рванула! Как это возможно? Горят так же. Очень ярко горит, прям капец. Это очень странно, я вам скажу. Я думал, лампочки должны просто взрываться от такого напряжения. Даем 370. А как вы думаете, какая лампа победит? Кукуруза или древняя лампа накала? Давай, ну и все, будет бах. Бабах. Давай. Как? 380. Я не могу понять. Зрители, объясните мне, почему лампы не взрываются на 380? Что-то было? Это я вырубил. Ну почему? Почему они работают? Неужели производители сейчас придумали изготавливать потребители так, что они 380 выдерживают? Она вообще рассчитана на 265 вольт. Но не на 370. Извините меня. Экспериментатор. Киська. Уже третий трансформатор, последний, идет в ход. Напруга будет просто лютейшая. Какая-то из лампочек сейчас точно влупит. Погнали! Погнали! Живучие лампы! Ну держитесь! Бабах! Мамочки! И все? Обе? Ильича умерла! Лампа Ильича сдохла! Ух ты! Держи, держи, держи! Не отпускай! Походу конденсатор выпустил газ, но он не взорвался! Вот это прикол! Понюхай, чем они? Электролитом, чем же еще? Усики сплавились у Ильича. Так что Ильич умер. Эх, Владимир Владимирович. Последнюю обмотку включаю. Ильич. Вау, я не верил, что китайцы так качественно могут делать, да, если захотят. Так прикол, что самая дешевая лампа. Вы можете себе такое представить? Наша кукуруза из этого теста выходит победителем. Конечно, не без жертв. Ей пришлось выпустить газ из конденсатора. Выкипел у нее электролит. Но она продолжает работать без электролита. Переходим к следующему тесту. Это зарядки для мобильных устройств. Мы их телефоны заряжаем обычно ночью. Они стоят без присмотра. И электрики по ночам повышают напряжение. Я у вас спрашивал в начале видео, зачем они повышают. Надеюсь, вы уже догадались. Так, заряжаем первую зарядочку. Это Nokia, народ! Народная зарядка! Вторая зарядка у нас сильный конкурент. Samsung. Мы его подключим через USB-доктор. То есть, если что-то пойдет не так, вот этот вот доктор защитит мой телефон. Мы включаем первое напряжение 255 вольт. Загорелись экраны телефонов, зарядочка пошла, ток отображается, ну, вроде как все норм. Ладно, выключай. Давайте еще чуть-чуть добавим. Сейчас у нас будет где-то около 300 вольт. Пробуем. Ну, неудивительно, приборы изготавливаются явно с большим запасом. Смотрим, что будет дальше. Следующий этап 333 вольта. Так. Оба заряжаются, да? Да. Ну, ничего, сейчас мы дадим все 400. На таком напряжении у нас лампа сдохла. Пробуем!
Ух ты, Samsung пошел. Samsung психанул, но продолжает работать. Я вижу, что он дает напругу, несмотря на психи. Сейчас мы дадим самое большое напряжение, что мы можем вырабатывать. Погнали! Сейчас бомбанет. Так. Смотри, что-то горящее вылетело. Это походу электролит. Вот прикиньте, камыш. Такое у вас в квартире случится. Если взорвется, так зарядка от перепада напряжения. Она обязательно что-то подпалит. Вау. Да все, оно уже догорает. Видно по обмотке, что это был конденсатор какой-то. Гляньте, как его расшматовало. А это все еще работает, но с глюками Samsung. Подальше и... Зарядка что-то пшикнула еле-еле самсунговская, но не было ни взрыва, ни дыма, и она сдохла. И вы посмотрите, самсунги в этот раз постарались, учли, видимо, ошибки других производителей, запаяли зарядку, она неразборная, соответственно, если что-то в ней внутри загорится, без доступа кислорода оно потухнет. Нюхает, видели? Следующий в нашем тесте на выносливость от перепадов – блендер. Нюхает. Скрывайся, мурачка. Для того, чтобы было четко видно, что же произойдет с его двигателем, мы его аккуратненько разберем. Кстати, это тот самый блендер, в котором мы взрывали петарды. Говорят, он очень живучий. Движок мы успешно извлекли. Посмотрите, какой красавец. I have motor. I have a corpus. Что это такое? Наш блендер подготовленный. Мы сейчас подадим на него первую дозу 255 вольт. Главное, чтобы он не съехал. Слышишь, как он орал? Конечно. Он просто дичь как орал. Что, больше подадим? Фух. Эй, ты не выключай, много. Ты чуть скрути мощь. А ну, включи. Вот самая маленькая. Видите, как он покупается нашим пульсом? Душевно работает. А ну теперь смотрите мощность. Ах, ты, палки. Да его что? Давай. Эти двигатели выдерживают очень большое напряжение, то есть они могут только раскручиваться и раскручиваться, а если подать резкий импульс, то он реально может взлететь. Ух, он и глушит, я скажу. Минуту вытерпеть этот рев было вообще нелегким заданием. Но, как мы видим, он даже не дымит. Я боюсь, конечно, пощупать. Он уже, наверное, нагрелся знатно. Прикинь, он почти не нагрелся. Подшипники выжили. Ротор от такой центробежной силы должно было разорвать. Но он выдержал. Щетки выдержали. Они даже круговую дугу не зажгли. Он вышел пока 100% победителем у нас. Пишите, зрители, сколько же ему надо вольт, чтобы он... сгорел или улетел на орбиту. Ну что, переходим к крупной артиллерии. Телевизор Nokia. Даже 220 не будем, подадим, как мы любим, 255. Но вся техника 255 работает нормально. Он залялякал даже, да ну не может быть. Блин, он не на том канале, на втором почему-то. Сейчас мы включим нужный канал. Путин ТВ. Там какой-то дядя. Пойдет? Пойдет дядя. Идеальный канал уже. Короче, вроде бы как все норм. Давайте накручивать напругу. Врубим сразу, наверное, 330, чтобы наверняка, чтобы долго не мучиться. Обесточиваем схему, перекидываем клемму. Я уже подготовился. Так. Объетушитель в обнимочку. Уходим на безопасненькое расстояние и прячемся. Так, ты включаешь? Дождались! Блядь, время впечатало туда. А ну, ёлки-палки! Охренеть!
Вот это он дрыстанул. Сейчас я покажу на камеру. Что? Он обдрыстался? Нет, сначала посмотри вот это. Капец. Фольгой шоколадки Аленки. Там еще заострено так вот это все было. Вы посмотрите. Оно горячее. Ну что тут непонятного? Классическая неисправность. Бахнул сетевой конденсатор. Тут такое бывает. Ну а теперь мы приступаем к нашему главному десерту. Это микроволновка. У меня есть такие предчувствия, что микроволновка просто люто рванет. Она излучит такие мощные микроволны от высокого напряжения, что создастся несколько шаровых молний, таких прям сгустков энергии. Они начнут в ней летать, потом коллапсироваться и создадут новую черную дыру. И она от этого взорвется, притом так мощно. Но мы решили немножко сэкономить. Всего 500 рублей мы нашли ее по объявлениям в интернете. Она была нерабочая, но там был всего-навсего сгоревший предохранитель. Поменяли, заработала как новенькая. Офигенски получилось просто. Мы специально снимем крышку, чтобы было видно, что в ней внутри происходит. Потому что тут есть несколько интересных деталей. Ну, собственно, магнетрон, фильтр какой-то, трансформатор, ну и электроника всякая. Вот напруга стоит 255 вольт, накручиваем мощность на максимум. Внутрь засовываем скрепку, чтобы сбрасывалась излишняя энергия. Поехали. Юлымбал, ты это слышал? Да. Что там? Не взорвется ли? Там плазма такая! Блин, просто это... шесть! Включай! Это уже 300 вольт. Сколько? Где свёкол? Это была жесть, честно. Звуки лютые. Она очень много жрет. Походу наши трансформаторы с трудом справляются с задачей. Идет просадка напруги. Вот этот аж за шкал уходит в ватметр у нас. Жрет больше 5 киловатт. Ух! Сейчас будет жарко. Наверное, лампочка сгорит. Погнали! Ух ты, блин! Стоп! Жестко задымило. Сейчас я скажу вам, что дымит. Дымит, он поднялся. Да, дымит обмотка и дымит обмотка высоковольтная. Она аж потрескивает. Но мы чувствуем, что еще буквально, если 30 секунд подождать, трансформатор пыхнет. Чтобы пыхнуть его или все-таки пожалеть? Давай пожалеем. Мы много чего напыхали сегодня. Капец, как нагрелся провод. Смотрите. 118 градусов температура трансика. 51 магнетрон. Может, открытую запустим? И камере хана. А мы сдалека вот ее только будем снимать. А софтбоксу не? Ничего не обучиться. Может, лампочку тут туда еще будет поставить? Чтобы она внутри крутилась? Да. Если вы хотите, чтобы мы запустили открытую микроволновку и выпустили наружу вот эти сгустки плазмы, шаровые молнии, то лайкайте это видео, и мы сделаем это. Это очень опасно, если они вылетят наружу. Не просто так делать защиту на дверцах микроволновки. Бесспорно, победителем в нашем сражении вышел миксер. Он даже не грелся и не дымел. На втором месте у нас лампочка кукуруза. Она дымела, она шипела, стреляла, но горела до последнего. Третье место и самое безопасное – это зарядка от Samsung. От таких сбоев никто не застрахован. В любой квартире может произойти перепад напряжения, ведь для этого достаточно всего лишь навсего, чтобы в щитке оборвался нулевой провод. Будьте осторожны, уходя из квартиры, лучше не оставляйте включенными электроприборы, даже зарядки телефонов. Ну а мы пошли собирать бешеную табуретку. Из бензопилы и камеры от КамАЗа. Ту-т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 у-